Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем играть в игру под названием Stranger Deep. Итак, мы с вами заново все начали, потому что какой-то странный баг произошел. То есть мы персонажу давали еду, а почему-то она никакие показатели не улучшала. Вот, например, сейчас у нас полные показатели, да? И это шикарно. Но тот показатель, который посередине, как я понял, именно и есть еда. Да, вроде как. Так, значит, весло мы оставим вот здесь. Пускай пока там и будет лежать на самом деле. Это нормально. Это именно то, что нам нужно. Так, юка. Юка, да. Юка нам понадобится. Давай, дорогая. Прекрасно. Так, а, все. То есть мы с юки максимум собрали. Просто бывает так, что юку можно несколько раз дербанить. И это очень круто. Но сейчас нет. Сейчас, похоже, не тот случай совсем. И мне до сих пор интересно, а чем же нам здесь питаться? Потому что кокос, как я понял, он не восстанавливает полностью ХП. Он, скорее, утоляет жажду. Но вот в остальном непонятно. Кстати, удачный достаточно остров, потому что у нас здесь еще есть его продолжение такое символическое. И даже палочка есть. Я думаю... Шикарное место тут, чтобы хибарку построить. Ну, так будем знать, к примеру, да? А, давайте сразу сделаем копье. Да. Так. Топор. Не знаю. Нет. Давайте мы сейчас возьмем... А, нет, топор нужно по-любому делать в первую очередь. Да. Бери тогда топор, хорошо. Теперь мы с вами ножичек тут оставим. Возьмем топорик, пускай он у нас пока что будет. И нам нужно найти камни. До сих пор я так и не понял, каким образом можно здесь камни получать. То есть придется мотаться туда сюда. Акула, привет. У меня большое появилось желание. Большое желание появилось акулу, значит, замочить. Да. Она, похоже, услышала. И как-то музыка резко поменялась. Юку, да, юку можно снова было подербанить, но мы этого делать не будем. Нам сейчас интересны камни. А камней что-то здесь как-то очень мало на этом острове. Я не знаю почему. Но в любом случае, чтобы добраться до следующего острова, нам нужен плот. Ну или вот этот вот резиновый пока что нам будет вполне пригоден для таких вещей. Но... Мы его не будем использовать, потому что он очень медленный. Хотя, вот он, наверное, сам по себе тоже медленный. Так. К сожалению, никакой баржи тут нет затонувшей. Да? Да. Тогда. С чего-то надо начинать. С чего-то по-любому надо начинать. И, наверное, лучше всего... обойтись без камней, да? Хреново. Нет, ну... А, вот, слушайте, вот камешек. Давайте мы сейчас попробуем его топориком покромсать. Ага, отлично. Потому что копье, оно нам сразу нужно. Оно нам сразу пригодится. Так. Ага. Стоп. Вот. Нет. По-моему, еще одна палочка нужна. Да? Спир, точно. Вот. Ну что, попробуем пойти на акулу. Она тут где-то плавала рядом. Акула, где ты? Вон она. Вон она, сволочь. И для этого, наверное, мы возьмем лодку, я так думаю. Чтобы особо не париться. А то как-то опасно к ней подходить самому. По-любому причем. А вот тут вот, вон она плещется. Даже можно услышать ее. Ну и че, где она? Где эта сволота? Вот блин. Сейчас мы ее найдем по-любому. Ух ты, что это там плавает? Это, наверное, останки самолета. Как раз, может быть, пока будем плыть, акулу встретим. Ну, потому что вот вода бурлит, и мне кажется, что это все-таки акула. По-любому.
Опа, слушайте. Давайте-ка мы сейчас с вами возьмем копье. И вон туда пойдем. Тут что-то какая-то такая большая достаточно баржа. О, мачете. Мачете. Наверное, тогда камушек мы уберем. А мачете... Интересно, можно акулу завалить мачете? Вот, вот странно как-то, да? Кстати, рыбку. Нет, рыбку просто так не завалишь. Давайте мы сейчас немножечко подышим. Все, подышали. Отлично. Потому что там еще что-то у нас было. Угу. Топор. Причем настоящий топор. Убираем. Фонарик. Фонарик тогда будет вместо... Вместо чего он будет? Ну, давайте вместо вот этого всего. Так. Ну, конечно же, понятное дело, светить здесь не будет. Фух. Возвращаемся к мачете. Нормалек. Надо все делать достаточно быстро. Кстати, давайте закроем на всякий случай, чтобы тут акула не заплыла. Дактейп. Дактейп — это что-то непонятное. Кувалда вообще, слушай. Так, у меня появилась идея, о которой я почему-то раньше не додумался. Вот. Прекрасно. Значит, давайте мы копье здесь оставим. Оп, блин. Упало копье. Мачете. Мачете мы здесь оставим. А за копьем мы отдельно сплаваем. Давай. Поднимайся ты. Чё-то акул пока нету. Что как-то странно, мне кажется. Чуть-чуть так странно, да? Капельку есть такое дело. Вот, значит. Все, пускай вот так вот и валяется. Его можно так аккуратно перетащить? Да. От края подальше. Вот, стоп. Стоп, 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 стоп. Что у нас есть еще такого, что можно здесь отложить? Топор. Топор тоже пускай. Вот. Мачете. Мачете возьмем. И палки. Вот, все. Пускай они тут будут на плоте. Потому как, сами понимаете, да? Они только балласт в данном случае, а нам нужны свободные слоты для того, чтобы чем-нибудь полезненькое тут поднатырить. О! Это ведро, это шикарная вещь вообще просто. Так, пора бы снова подышать чуть-чуть. Слушайте, а все-таки интересно, тут можно всякие различные плюшечки искать. Не зря мы сюда вообще пришли. Ой, как не зря. А, тут. Давайте возьмем на всякий случай, потому что мало ли. Тут еще что-то есть. Или... Да вроде как нет. А, ну можно еще ниже туда проплыть. Так, восстанавливаемся. Восстанавливаемся. Отлично. Но я думаю, что мачете будет вполне достаточно для того, чтобы люлей акулину давать. Хороших таких причем. Вполне хватит с лихвой. Так, окей, значит, тут мы все нашли, что можно. Здесь тоже. Все. Тогда давайте сейчас вернемся на остров. Потому как мы и так кучу всего с вами... Да чтоб тебя, блин, чувак. Ну. Чё-то он как-то не хочет забираться нормально. Во. Замечательно. Так, бери весло. И поплыли. Главное, чтобы ничего не свалилось. Сюда сейчас поближе немножечко перетащим. Так, отлично. Все, погнали. Ох, шикарно. Столько скарба понабрали, слушайте. То есть, есть смысл осуществлять вот такие вылазки под воду.
много пользы от них. Очень-очень много пользы. Камней, правда, маловато. Но я думаю, мы как-нибудь поймем чуть попозже, как именно можно все эти... Опа-на. Понятно. Все палочки пошли на корм рыбам. Ну и ладно. Главное, чтобы топорик и копье не улетели. Потому что они нам ой как понадобятся. Ну, конечно же, мы можем и сами топорик сделать по-хорошему, да? Но это совсем другое дело. Абсолютно. Потому что мы его делаем такой хлипенький достаточно. Блин, как долго, а? Вот знаете, что мне не нравится? Что обязательно нужно вот закликивать все вот это. Так, отлично. Вообще физика, конечно, радует. То, что можно вот весь полезный скарб накидать в эту резиновую лодку. И уже на ней аккуратно на остров поплыть. Острова, правда, маленькие, да? Можно было бы сделать и побольше. Мне кажется, что мы находимся где-то в Карибском бассейне. Вот, почему? Не знаю. Ну, вот есть такое ощущение. Акула. Так, гребем. Гребем, гребем, гребем. Я думаю, сохранимся. И люлей сейчас попробуем ей надавать. Я не знаю, правда, что из этого получится. Но мало ли, что-нибудь может получиться. Так, аккуратно. Значит, копье. И давайте сохранимся. Да. Ну что, иди сюда, тварь. На, 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 на тебе. На, падла. Слушайте, может быть, мачете надо ее? Вот, слушайте, хорошо так на нее действует. О. Ты куда пошла? Иди сюда. Я сейчас с тобой не поговорил. Интересно, на нее вообще действует эта мачете или нет? По-моему, нихера. Гоняю этих акул. Нет, все-таки даже звук слышен. Как мы ему наносим повреждения. Иди сюда, тварь. На. На. Хорош, слушайте, акулу тюкнули. Офигенно просто. Завалили, тварь. Минус одна. Ух ты, так, так. С тобой еще. Тоже готово. Обязательно сейф. Обязательно просто. Во-во-во-во-во-во, их можно с собой тащить. Давайте трофеи сейчас на берег. Надо на берег аккуратно, волочь. Вот, какой-то сундучок. Надо запомнить. Вот, прекрасно. Шикарно, вообще. Просто супер. Так, теперь еще осталось еще одну акулу тут найти. Где-то она здесь была. I feel strange. Я чувствую, говорит, себя странно. Чё-то непонятно, у него здоровье резко куда-то ушло. По какой причине? У него что-то с рукой или мне кажется? Ладно. Ага, вот она. Вот она, акула. Иди сюда, красавец. Иди сюда. Шикарно вообще. Великолепно. Да. Отлично. Так.
Ой-ой-ой-ой, у него что-то вся рука у него в каких-то... каких-то язвах, что ли, блин. Срочно нужно что-то с этим делать. Опа! Мясо акула. Отлично. Давайте наберем. Так. Прекрасно. Далее что еще брать? Весло еще уберем. Пускай здесь лежит. Все наберем, что здесь есть. И проверим, что у нас туточки. У нас тут какой-то ящик был. Я помню. Или нет, сейчас не самый подходящий момент для этого, наверное, да? А, тогда нам нужно сейчас будет сделать жратву нормальную, причем такую. Которая нашему персонажу пойдет впрок, соответственно, да? То есть, нам нужно сейчас ее разогреть, эту жратву, собственно говоря. Обязательно. Но я забыл, вполне забыл, как, в принципе, ее делать. То есть костер, да, костер нам нужен. Но, блин, по-моему, 5 палочек, что ли, для этого костра нужно. А значит, нам нужен топор. Давайте мы возьмем с вами хороший топор. Так. Шикарно вообще. Батареек нет. Понятно. Так. А, вот он, вот он. Прекрасно. Ну что, тогда рубим здесь. Я думаю, сейчас хорошо мы все сделаем, как положено. Потому что персонажу реально нужно покушать. Со жратвой у него, конечно, непорядок. Я даже, знаете, я не представляю, что сделать нужно. Сохраняться не будем тогда, потому что достаточно неприятная ситуация выходит. Давай, чувак. Ага. Так, нормально так. Потихоньку. Как-то, наверное, лечиться можно, я уверен. Но вот на какую именно кнопку я не могу сказать. Не знаю вообще. Даже не представляю. Давай-ка. Ага, отлично. Так. Давайте-ка мы сейчас бутылку тут оставим. Ой-ой-ой, укатится. Укатится. Давайте мы ее в плот положим. Резиновый наш. Ага. Так, прекрасно. Значит, где мы будем костер ставить? Давайте где-нибудь тут. Ага. Прекрасно. Так. Дальше мы будем делать вообще сразу же нормальный костер, чтобы было как положено. Правильно же ведь? Нужно 6 камней. А откуда нам их взять? Эти 6 камней. Может быть. Почему-то мне кажется, что вот из этих вот булыжников можно добывать камни. Я не знаю почему. Вообще даже не представляю. Нет. И как нам тогда эти камни добывать? А кто-нибудь мне подскажет? Потому что я даже не представляю почему-то. Ах, сколько там? Времени уже много. Достаточно. Давайте сырое мясо съедим. Ага, зашибись, блеванул. Да что ж ты, блин, я ж тебе не говорил. Я ему не говорил жрать еще раз это. А, ну мы же, в принципе, можем. Можем сейчас. Стоп, 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 стоп. О, хорош.
Нормально. Пускай обжарится. И как, можно теперь сожрать? Это вроде как не блюет. Ну, вроде как хорошо, да? Вполне. Отлично. А, тогда что? Вот у нас есть ведерочко. Нет, ну понятно, нам нужно установить треногу. По-любому. Так, можно так вот сейчас. Вот, прекрасно. По идее, у нас тут вода есть, да, теперь в этом ведерке? Да, вода, по идее, есть. Но толку никакого нету, опять-таки. Как тут добывать камни? Стоп. Ну, пожрали мы прилично. Теперь у нас есть смысл попить немножечко. Давайте мы пойдем попьем. Так, весло, копье. Пока что нам ничего из этого не нужно. Вообще. Да. Ага. Замечательно. Слушайте, я даже не представляю, где мы с вами вот эти вот болячки подцепили. То есть даже мысли нету. Ох, офигеть можно. Что ж, друзья, давайте, наверное, на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.